Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон под номером 736, маленький двутон, настроен в тональность акебона в ноту си, встроен в 432 Гц. Давайте послушаем, как он звучит. Этот двутончик, несмотря на свой небольшой размер, звучит очень объемным звуком, и у него богатый спектр обертонов, что очень интересно воспринимается на слух. Давайте послушаем, как звучит руками. Очень сложно остановиться, но не буду затягивать видеообзор. Инструмент выполнен в лазурной расцветке. Здесь идет такие частички лазурные. На солнышке они блестят, сверкают. С обратной стороны ножки из натуральной кожи. Но ножки обеспечивают защиту лакового покрытия и придают инструменту возможность звучать на твердом. То есть можно поставить на стол, на пол, куда угодно поставить и играть спокойно. То есть не нужны никакие дополнительные подушечки, какие-то мягкие места искать. Сразу поставили и можно играть. Играть можно также на ногах, вот так вот ставите их в таком положении. Это удобнее и приятнее, потому что вы не только слышите инструмент, но и чувствуете его вибрации, которые передаются вам в тело. Садитесь спокойно на стул, либо в позе лотоса и играйте. Инструмент полностью интуитивный. На нем может играть любой человек, без какой-либо подготовки, без каких-либо музыкальных знаний. Берете палочки и сразу играете. Любые последовательности ударов будет красиво звучать. Можно даже просто вот по кругу. То есть здесь уже в нем заложена гармония, и вы не сможете сфальшивить как-то, играть неправильно. Все будет получаться. Руками нужно потренироваться немножко, отработать удар, а палочками сразу у всех получится. К инструменту можно дополнительно заказать чехол, чехол-сумка. Смотрите на сайте, ссылочки в описании есть, там на сайт ссылка и в группу ВКонтакте. Если что-то не нашли, пишите, звоните. Можно прямо в комментариях писать. Я комментарии читаю, стараюсь сразу на них отвечать. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.